korrekt, vad är vad värre jag så vill jag dig absolut, jag killas vall. Stoppe, että kipsni sussilas. Niin. Tak. Так. И у меня вот это место все отмерено. И ставлю эту на правильное место. И фиксирую. Так. Что, осталось чуть-чуть гипса, я использую на других материях, если я запомню, где чуть-чуть надо было добавить. Так, ну не забыть. Теперь будем ставить верхний. Но для этого, чтобы это все это сразу не совпалось вместе, я поставлю сюда нож. Так. Теперь снимаю нож. И отпускаю еще. Так. Для этого я это изолант поставлю, чтобы вот этот гипс лучше отсюда рассоединился, когда не надо открывать уже эту систему. Ну все, идет раса очень красиво и благополучно. Кажи, будет ли я газета. Немножко по-эстонски говорим, потому что Энефильм сейчас снимает. И она на русском языке очень мало говорит. Так. Через час это будет готово, чтобы рассоединить эти прикуса. Так, мешаем. Все, все.
Это состоится с пастой и с основного. С этого мы будем закрывать если сейчас сразу лампочку. Теперь вот эти места будем закрывать, чтобы гипс не выливался с нашего формы. Особенно вот эту и эту. Я прав, а? Пришли мотоциклисты. И будет это стоять чуть-чуть времени. Это возьмет где-то 10 минут. После этого мы будем выливать сюда гипс. Сюда идет уже гипс и не выливается у нас. Чтобы получать такую хорошую гипсовую массу. Так. Если это все смешалось, будем заполнять модель. Это делаем поэтому, чтобы не получились пузырьки в конце зубах. Там, где очень острые плоскости, могут появиться пузырьки. Теперь с маленькими борцами мы будем заполнять это. Вот вибрация, как звук, все ведет на свое место. Как гитара помогает человеку настроиться к дню, так и этот вибратор делает такое, что вот этот гипс все пойдет в правильное место. Где-то через час этот гипс уже готов к этому, что вести его окклюдатор или артикулятор. Но перед этим, как мы этого сделать, будем выливать и эту сторону. Тогда оба наши прикусы сверху и снизу готовы. Значит, это возьмет у нас приблизительно 2,5 часа времени. Всю эту работу надо соблюдать, чтобы этот материал, чем ты работаешь, через 20 минут кажется, что этот гипс все затвердился. Но если мы будем его открывать раньше, тогда этот гипс еще не готов. Не пошло хрустализация. А хрустали гипса эти очень важны, чтобы получить хорошую и прекрасную работу. Как сделан этот слепок, после этого сделан этот мерок, значит слепок и этот модель, тогда, если все это аккуратно, тогда получается у нас работа, которую можно поставить на место. Ну и теперь мы поставим чуть-чуть изолента, чтобы этот гипс, который мы сейчас сюда напротив будем выливать, не соединился с этим. Это на всякий случай. Но прежде надо смотреть, чтобы хорошо получилось этот. Сюда может гипс попасть, но ну и не может. Но если попадет и это не сделать, тогда они соединяются и результат будет плохой. Будем учиться. Теперь мы делаем нижнюю модель. И когда это через час
все твердело, как прилично, тогда можем поставить эту в артикулятор. Так, теперь можно чуть-чуть добавлять. Мы сделали сюда гнездо, который отмечает вот это место, где это должен все быть. Так. И сейчас будем сюда поставить гипс, чтобы фиксировать это в артикулятор. И будет идти во рту, там, где не хватает одного этого зуба. Видим, что это очень мягкий, но мягким это становится, если поставить теплую воду, ну температуру там 50 и около этого, и очень хорошо это будет фиксироваться во рту. Когда люди думают, что может быть, если кофе пить, тогда это могут выпадаться, но этого не будет. Так. Все, теперь этот суп ставлен на место. Так.
все эти линии, чтобы они были совпадали с верхними. Да. И вот когда вот зубной врач. Oh!
Piccolo, 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 amore, piccolo, 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 amore, piccolo, 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 amore, piccolo, 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 amore, piccolo, 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 amore, piccolo, 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 amore. Muretega tormentu, et sa saa.